сегодня свои праздники, что полагается, что я буду проводить этот свободный, как столица побольше, экономического развития, социального политического, и самое главное, культурного развития, откроет новое время постоянства государственного санатория Александр Германович Замаров. Я поздравляю вас с назначением этого высокий и я буду значимый пост в нашем городе, в нашем регионе. Поэтому, санаторий, конечно же, если вас не говорит, что вы исполняете обязанности ректора Замаровича, посещение государственного управления, вы будете удивлены как ректор. Еще раз вас поздравляю вас. Итак, огромное количество
сделать, мы попытались вспомнить, почему сделать, ставить по воде и проанализировать, почему это Саратов – столица Поволжья, и у нас этот лозунг никто не отберет, уверен экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков. Он возглавлял регион с 1996 по 2005 годы. Именно в этот период город стал претендовать на столь громкое название. И мы, в общем-то, вспомнили ту историческую роль, которую играл город Саратов и в царской России, и при советской власти. И вот в начале 90-х Саратов приобрел вот такой импульс развития. Аяцков признается, лозунг придумал не он. Саратов неофициально называли столицей Поволжья вплоть до 20-х годов 20 века. Крупнейший город на Волге с фабриками и заводами, школами и учреждениями культуры. Во всем он в то время значительно превосходил Нижний Новгород и Самару. Так утверждают некоторые исследователи. Однако известный краевед Вячеслав Давыдов имеет другую точку зрения. Это как бы местный термин. Еще раз я повторяю, что это местный термин. Это мы сами для себя, для самоуспокоения, для самолюбования придумали в 19 веке, благополучно его донесли там до начала 20 века. О Саратове, как о столице Поволжья, заговорила местная пресса в 80-х годах 19 века. Горожанам понравился этот лозунг, и он стал нашим брендом, считает краевед. По его мнению, объективных причин не было. Что могло бы придать столичности городу? Архитектура? Ну, возможно, отдельные здания, значит, тянули на столичность. Промышленность, не сказать, чтобы очень. Единственное, наверное, что всегда ставится в заслугу Саратова, это большое количество населения. Но Саратов действительно был культурным центром, признает краевед. Наличие музея, театра и консерватории тому подтверждение. А вот первый признак столичности, на мой взгляд, да и, наверное, не только на мой, это открытие Родического музея. 85-й год. Когда на самом деле случилось событие, совершенно исключительное для той России. Музей Радищева стал первым в России музеем, доступным для народа. До этого любоваться шедеврами искусства могла только знать. А вот в 1912 году была открыта еще и консерватория, первая в провинции. Саратов стал третьим городом после Москвы и Петербурга, где появилось такое учреждение. Был ли столицей Саратов, спорят историки, но все они признают, в экономическом плане он действительно процветал. В советское же время потерял свое величие. Социалистическая модель экономики оказалась губительна для купеческого города. Краевед Давыдов считает, что лозунг, выдвинутый в эпоху Аяцкого, так и остался лозунгом. Сам же экс-губернатор уверен, Саратов сегодня столица Поволжья. Нам есть чем гордиться. Некоторые моменты нужно, конечно, отрегулировать для того, чтобы мы по праву гордились и дорогами, и инфраструктурой, и той качественной средой обитания человека, которая создается в Саратове. И я должен сказать, что для того, чтобы эта качественная среда обитания была, это зависит не только от власти, это зависит от каждого человека, проживающего в нашем городе Саратове. Горожане тоже высказали свое мнение. Столица Поволжья я не считаю. Столица Саратовской области, Саратов можно считать, не более того. А что такое Поволжье? Для меня это абстракция какая-то, очень неконкретная вещь. Считаю, потому что мне нравится этот город. Он красивее с каждым годом становится. Кировский проспект – это просто с московским даже не сравнить, Арбатом. Да, считаю. Здесь много молодежи, и мне кажется, так как это город для студентов, это хорошее место, чтобы начать свою карьеру. Да, считаю. Почему? Потому что здесь много достопримечательностей разных, культурный город. Почище немного стал, наверное. Я, конечно, не считаю. Для того, чтобы быть Саратов столицей Поволжья, у него отсутствует много факторов. Столица Поволжья? Естественно, с большими традициями, древний город, культурно устроен, консерватория. Культурная столица Поволжья. Вот мой ответ.
нашего города по поводу того, что мы Thank you.
Thank you.
Thank you.